Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня очередной и, наверное, последний тест. Покажу вам окончательную сборку, которую я как бы пришел. Потому что и лучше не соберешь, и хуже не соберешь. Это более-менее, скажем так, оптимальный вариант. По космосу, я думаю, вы уже поняли, в последнее время много показываем этого героя. Ну, герой действительно имбовый. Вот такая вот сборка у меня, и я ее оставлю. Либо ремка, либо жила. СО там можно рунами поставить. Сюда можно поставить воодушку. Можно поставить ремку на ПВП, на атаку фортов показывал. Сюда можно поставить любой другой талантик. Ну, в общем, варианты есть, и это самая такая оптимальная сборка. Так, у нас есть гильдийский босс, и я хочу на нем потестировать. Никто еще не бегает. Вот я хочу сейчас затестить. Здесь такую сборочку посмотреть, как будет Космо воевать против архидемона. Так, и кто там у нас еще сюда идет? И ведьма. Вот так вот. Поехали. Сохранили. Итак, в чем суть Космо, думаю, вы знаете. Теперь без запары просто выкидываете всех. Если раньше я там переживал, что меня там этот гоблин может слить, там еще что-то, печально все будет, то сейчас, в принципе, вы видите, что делается. Ой-ой-ой-ой-ой, там чуть его не слили. Одна секунда перерыва, и, скажем так, этот гильдийский босс просто курит в сторонке. То есть вы можете смело выбрасывать и даже не париться. Так, что там у меня отхила нет? Не, вроде отхил же ж есть. Что они хотят сказать, что не смело? Что нас сейчас сольют? Ну, надо, наверное, будет все-таки поставить там это, больше питомцев на отхил. Я думаю, должны отхилиться. В общем, вот так вот, 3 минуты. Вот вам опять же, почему Космо кайф. Можно даже ремочный, у меня просто ремочный вариант. Можно даже там поставить что-то другое. Не обязательно ремку, все равно он рано или поздно у вас включится, зарядить его, и не будет у вас проблемы. Поэтому Космо — это еще одно доказательство того, что Космо действительно самый обалденный герой на сегодня, что не есть. Даже тот же самый Лазуля, он не настолько топовый. Воу-воу-воу-воу-воу, нас слили. Ничего себе. Вот так вот, ребята. Называется, похвастались. Все равно Космо жив. Потому что там живо. Ну, ради интереса просто сейчас посмотрим, что у нас получится даже с таким заходиком. Половинку мы без героя протащим. Надо больше просто этих питомцев на отхил поставить и не париться. В общем, не знаю. Просто все больше и больше удивляюсь этому герою. Он везде просто, блин, нереально крут. В любой прокачке он все равно на вашем левеле. Донат вы, без доната он будет реально очень крутой. Вот так вот. Давайте еще разок попробуем. Попробую я сейчас отхил нацеплять на всех. Ну, урон вы видите, да, за один заход. Только мы за один заход нафигачили. Так, есть.
Это за битву гильдии 3200 максимальная награда у меня. Так, поехали. Вот, почти половину я вынес ему вот так вот. Ну, думаю, сейчас проблем уже не должно быть у нас. Но видите, миссает. Миссает по этому гоблину, поэтому он, наверное, и... Ух ты, нифига себе, посмотрите, что этот мелкий делает. Ну, он просто жестик. Ну, думаю, у нас питомцы должны отхилить. Сколько у нас там, 547 или 37 был первый результат. Сейчас посмотрим, что у нас во втором получится. Но должно получиться намного больше. Наверное, мы босса убьем. Можно, конечно, было бы выйти, но я не вижу там посредине опять на него зайти, забежать. Смысла не вижу. В общем, вот как-то так, то есть получается у вас, ну, в принципе, Лазуля, тут тоже классный Бигфут, Лазуля, но этот герой круче. Просто нереально, ребят. Забежал и не паришься вообще ни о чем. Можно там еще подшаманить с питомцами, с чарами, с талантами, больше набивать, но я думаю, от этого все равно ваша награда не изменится. Так, 40 секунд осталось. Я не помню, я когда-то на этом архе бегал, но я не помню, сколько я набивал. Ой, говорю, архе. Гильдейском боссе бегал, но не помню, сколько я набивал. Но там фигня была. 593 миллиона. Вот так вот. Еще можем. Ну, поехали, еще. Еще так еще. Так, по-моему, одного мы убили, все, мы переагрелись на мелкого теперь. Учитывайте, там еще миссов прилично проходит. Если было бы точности больше, то, возможно, и больше бы набили. Вот видите, ускорялка уже не та. Ну тут в таком случае Вальку лучше брать.
У меня, по-моему, тыковка с воодушевлением, если я не ошибаюсь. Сейчас посмотрим. Что сюда было не сделать ускорялку? Ну реально. Сделали бы ускорялку для всех. Зашел свою, отбил и ушел. Там 3 минуты у тебя есть, либо 10 минут. Сейчас, думаю, 1 200 000, наверное, должны набить. По идее. Даже больше, наверное. Хотя, в принципе, мы одного больше времени бьем. Там мы хоть двоих цепляли как-то. Сейчас посмотрим. Или 300 даже будет. 484. Фига себе. Ну, поехали, последний заходик. Это однозначно мой рекорд. Интересно, вложимся или нет? Жесть, я еще столько не бил босса гильдейского времени. 15 минут почти. В общем, ребята, космо тащит и здесь. Как и на всех локациях. Успеваем убить. Да ладно. Еще на один заход, я думаю, вряд ли, конечно. Еще можем добить, ну давайте еще добьем. Там фигня, конечно, у него осталась, но...
Как видите. Вот так вот. Итого. Цифра такая, да? Тут ребята набили, сколько у нас там? 57 миллионов, да? Если я не ошибаюсь, сейчас я посмотрю внимательно. Так, смотрим. 3, 3, 57 миллионов. 3, 3, 3. Это жесть, ребят. Это просто жесть. Чё Космо творит? Ну, мы, в принципе, убили максимум, что можно было с этого архи. Это просто нереально. Посмотрите на этот дамаг. 3, 3. Получается 2 миллиарда. Да? 2 миллиарда, ребят, благодаря Космо. Это просто жесть. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Ну, как по мне, герой реально просто топчик. Все, всем по Космо, всем удачи, всем пока.